Привет, друзья! Чемпионат мира по футболу в России набирает обороты. Внимание болельщиков приковано к матчам высочайшего уровня, и я, понятное дело, не исключение. Но почему бы не поставить на какой-нибудь из поединков, и почему бы не на Данию, Австралию? Игра обещает быть интересной. Хотя бы просто потому, что датчане в случае победы над австралийцами могут досрочно себе обеспечить выход из группы, а австралийцы в случае победы над датчанами могут зацепиться за этот самый выход из группы. Поэтому и у тех, и у тех стоят очень важные задачи. Любопытный факт вычитала про сборные. Оказывается, сборная Австралии – лидер Азии по количеству выигранных единоборств вверху, то есть по верховой борьбе, а датчане – лучшие в Европе из тех команд, которые отобрались на чемпионат мира как раз-таки в верховой борьбе. Согласитесь? Такой интересный пунктик, хотя, наверное, вряд ли он как-то повлияет на результат, но почему бы о нем не сказать. Что касается шансов той или другой команды, я думаю, что австралийцы, желая идти вперед, забивать, они будут открываться сзади, а датчане могут этим воспользоваться. Воспользовавшись, они умеют очень здорово играть по счету. Кроме того, датчане имеют очень хороший показатель после Франции, они лучше в количестве единоборств, выигранных в атаке, поэтому я думаю, что если они сумеют забить, они сумеют удержать преимущество. А я думаю, что забить они сумеют. И играть по счету, как я уже сказала, они тоже умеют. Поэтому в поединке Дании и Австралии, несмотря на то, что я симпатизирую команде из зеленого континента, все-таки я поставлю на победу датчан. Максан предлагает коэффициент 2.17, на этом я и остановлюсь. А в любом случае, поединок обещает быть интересным, потому что на чемпионате мира по-другому не бывает. А вы думайте сами, решайте сами, играйте и выигрывайте.